Значит, всем слышно. Замечательно. Начинаем наш очередной брифинг, который мы проводим на неделе, да, регулярно, в основном для новичков, потому что новичков очень много, и у нас новички задают очень много вопросов, поэтому регулярно проводим брифинги. Также все брифинги записываются. Вчера я целый час очень-очень-очень подробно все рассказывал, да, поэтому можете послушать вчерашнюю запись. Сегодня, думаю, можно будет немножко покороче. Больше будем отвечать на ваши вопросы. Так, Светлана пишет, нет звука. Светлана, у всех звук есть, перезайдите. Также напоминаю, что в четверг у нас проводится админская конференция, то есть конференция с админом, где разыгрывается денежный приз. По окончании конференции, то есть кворум на момент окончания конференции, значит, если 75 человек, то разыгрывается 10 долларов. Если 100, разыгрывается, соответственно, 15 долларов и так далее. Чем больше участников, тем, соответственно, больше розыгрыш. В четверг у нас было разыграно 15 долларов, 3 человека получили по 5 долларов. Итак, значит, у нас приближается старт нашей микросистемы Stackers, да? Она хоть и микро, да, но даст огромнейшие результаты. И многие не понимают суть, да, путают с матрицами, путают движения, путают, что такое роботы, что такое дублер, что такое аккаунты. Перемешалось все в голове. Попробуем опять сегодня все это дело разъяснить. И если кому непонятно будет, задавайте уже вопросы. Так, во-первых, значит, это у нас рекламная баннерная площадка. Объясняю особенно для новичков. Проектом у нас является рекламная баннерная площадка. Основа проекта является рекламная баннерная площадка. То есть за каждый свой доллар вы будете получать товар. Товаром здесь являются рекламные кредиты, цифровой товар. 2000 рекламных кредитов будете получать за каждый свой доллар. И будете ставить рекламу. Реклама будет два вида. Значит, на главной странице сайта вы будете ставить баннеры, которые могут видеть абсолютно все, кто заходит на сайт. И логин ADS, эта рекламка подороже будет, ее будут видеть только участники, то есть те, кто заходит уже к себе в кабинет. Перед тем, как зайти в кабинет, они будут смотреть вашу рекламку. И также ваши баннеры будут крутиться наравне с баннерами других участников на главной странице сайта. То есть вы сможете рекламировать свои проекты, свои товары, услуги и так далее. С этим, надеюсь, понятно, да, что это рекламная баннерная площадка, и вы сможете здесь рекламировать. Это первый вид дохода. То есть вы будете получать рефералов и клиентов в свой бизнес. Теперь, значит, по маркетингу. Здесь у нас живая очередь. Сейчас еще раз покажу схемку. То есть здесь не матрицы, да, нету здесь никаких переливов и так далее. Здесь живая очередь, как в магазине. Все стоят друг за другом. И как в магазине, один получил товар, отошел, второй получил, отошел, третий получил, отошел, так же и здесь. Все получают по очереди. Здесь участники передвигаются с уровня на уровень, так как много уровней, да, и, соответственно, по маркетингу, дойдя до 7 уровня, начинают уже получать выплаты. То есть до 7 уровня вы двигаетесь, ничего не получаете, на 7 уровне начинаете уже получать. Движение происходит тогда, когда в конец очереди встают аккаунты. Это могут быть наши аккаунты, это могут быть наши дублеры, и это роботы. Значит, как происходит движение? Участник под номером 1. На каждом уровне по 3. За ним встало 2 участника. Участник под номером 1 ушел на второй уровень. Чтобы участнику номер 2 уйти на второй уровень, тоже нужно 3. 4, 5, 6 встало. Он ушел сюда. Участнику 3 тоже надо 3. Вот они, 7, 8, 9. Он сюда ушел. Каждый уровень умножается на 3. И таким образом получается, что участник под номером 1 перешел на третий уровень и так далее. Чтобы участнику номер 2 перейти на третий уровень, умножаем на 3. Каждый уровень умножается на 3. Соответственно, нужно уже 18. Он переходит сюда. Участнику номер 3, чтобы перейти на третий уровень, нужно, соответственно, тоже умножаем на 3. Да, 9 на 3, 27. Нужно уже 23, 27. Он тоже переходит на третий уровень. А так как там 3 получается 1, 2, 3, то участник под номером 1, соответственно, точно так же идет дальше, переходит на 4 уровень. Из этого мы что мы видим? Что чем больше идет у нас аккаунтов в конец очереди, тем больше движения. Вот и все. Все очень просто. Участники переходят с уровня номер 1 на уровень номер 2, с уровня номер 2 на уровень номер 3 и так далее. То есть, когда у нас будут заходить наши роботы, да, сотни тысяч роботов, то пойдет вот такая мощная волна. И люди будут выходить, массово будут выходить на второй уровень, со второго на третий и так далее.
То есть не путайте с матрицами. Здесь и без разницы, кто кого пригласил, все идут в конец очереди на первый уровень. Все начинают с первого уровня. У вас в кабинетах все это будет отображаться. Вы будете видеть очередь, вы будете видеть, где вы находитесь. Вы будете все видеть. Так, с этим понятно, да? Так, теперь по платежным системам очень много вопросов. Кабинеты у нас откроются 2 мая для проплаты. Смотрите за новостями. Значит, для чего откроются? Для того, чтобы можно было пополнить баланс заранее. У нас 4 платежные системы для ввода и вывода. Perfect Money, Pair, Bitcoin, Ether. Значит, Perfect Money будет работать в автомате. То есть ввели сумму, да, которую будете пополнять с учетом желаемых дублеров. Значит, минимальное пополнение Perfect Money и Pair – 1 доллар. Меньше пополнять нельзя, больше можно. В автомате все, отправились, перекидывают вас на Perfect, заплатили, как обычно, и все. То же самое Pair уже сделали в автомате, будет в автомате. Биткоин и эфир, если, значит, у вас деньги лежат на кошельке Coin Payments, то тоже в автомате. Если у вас биткоины где-нибудь на бирже, еще где-нибудь, то в ручном режиме вам предоставится кошелек биткоин, на который вам надо будет перевести сумму. Минимальное пополнение 10 долларов. Причем 10 долларов должно уже прийти на кошелек. Должно прийти на кошелек, то есть с учетом комиссии. Учитывайте комиссию. Точно так же все комиссии здесь падают на участников. Дальше. Заводить можно с любого кошелька, выводить на любой кошелек. Это к вопросу о того, сколько кошельков делать, куда выводить, заводить и так далее. С любого кошелька заводите, на любой кошелек выводите, куда укажете. Сейчас кошелек не прописываем. Его будем прописывать, когда уже будем выводить. Так, про внутренний перевод на старте пока еще неизвестно. Пока еще неизвестно. Он будет, значит, имеется в виду до старта, имейте в виду, когда выполнение баланса. Возможно, сделают, возможно, еще нет. После старта будет внутренний перевод от 1 цента. Так, по платежным системам, думаю, понятно, да? Теперь по маркетингу. Маркетинг здесь очень простой. И здесь очень простые действия. Ничего себе не придумывайте. Здесь ничего сложного нет, абсолютно ничего. Сейчас мы регистрируем себе аккаунты, не путайте. Аккаунт – это ваш кабинет, в котором реферальная ссылка ваша. Вы себе сейчас можете сделать сколько угодно мультиаккаунтов, да, то есть по своей реферальной ссылочке можете себе регистрировать сколько угодно аккаунтов. Значит, по вашей реферальной ссылке с теми же данными. То есть та же почта, все то же самое, тот же Skype, только будет логин другой. Маша, Маша 1, Маша 2, Маша 3 и так далее. И все они будут являться вашими рефералами, то есть вашими приглашенными. Как будто вы пригласили там несколько человек, да? То есть ваши аккаунты будут являться вашими рефералами. Итак, значит, мы пополняем баланс. Допустим, там пополнили баланс, да, все, в кабинетах у нас пополнили баланс. Ждем старта. Старт будет по таймеру. Инструкции все дадим. По пополнению балансов инструкции дадим. Сейчас ваша задача собрать ваших рефералов. Есть контактные данные рефералов в кабинетах у вас, это почта и Skype. Собирайте, давайте им информацию, когда откроются кабинеты для выполнения баланса. Естественно, даем информацию, видеоинструкцию, скажем так, да, и печатном виде тоже, как выполнить баланс и так далее. Точно так же инструкцию дадим уже на старте. Что нужно делать на старте? Ничего сложного нет. Нажали кнопочку «Старт», с вашего баланса спишется 1 цент. То есть вход в очередь 1 цент, вход в маркетинг 1 цент. Почему пишется, что вход 1 цент? Пополнение баланса 1 доллар, не путайте. Вход 1 цент. С вас списался 1 цент, вас поставили в очередь и вы начали движение. С уровня номер 1 идете на уровень номер 2 и так далее, так далее, так далее. Как только вы выходите на 7 уровень, номер 6 видим, да, выход, вы получаете 1 доллар на баланс. Эти деньги можете уже выводить. Как только выйдете на 8 уровень, получаете 2 доллара и так далее. Если у вас 5 аккаунтов, вот так пойдет в очереди, то значит 5 раз получите по 1 доллару, 5 раз по 2 доллара и так далее. Если у вас 100 аккаунтов, значит вы получите 100 раз по 1 доллару, 100 раз по 2 доллара, 100 раз по 1000 долларов и так далее. Теперь, это второй вид дохода. Дальше здесь есть пассивный доход. Это шикарнейшая, эксклюзивная, трехуровневая реферальная программа.
Причем здесь не важно, где будут ваши рефералы. Впереди вас они будут в очереди идти, сзади. Абсолютно без разницы, где они будут находиться. Абсолютно без разницы. Они тоже будут двигаться и тоже будут переходить. И как только ваш реферал перейдет на пятый уровень, вы уже начнете с него получать. С реферала первого уровня 7 центов, с реферала второго уровня 2 цента, с реферала третьего уровня 1 цент. Если у вас, допустим, там 10 рефералов на первом уровне, да, соответственно, получаете уже сумму в 10 раз больше. Так как здесь трехуровневая рефералка, соответственно, там будет очень большая реферальная сеть у вас, потому что на втором и третьем уровне уже, значит, обычно всегда больше. У нас есть участники, у которых уже под 100 и больше, да, рефералов. Причем, повторюсь, ваши же мультиаккаунты тоже являются вашими рефералами. Они у вас отображаются в кабинетах в графе рефералы. И точно так же они будут идти и приносить вам деньги и плюс реферальные. Поэтому, значит, те, у кого сейчас хорошая будет реферальная сеть, будут получать намного больше, да, и намного чаще, быстрее. Потому что со своих аккаунтов дублеров вы будете получать только лишь с 7 уровня, а с рефералов уже с 5. И за счет того, что их будет очень-очень много, соответственно, будете получать больше. То есть никакой здесь секрета нет. Как говорится, как сейчас поработаешь, да, так потом и полопаешь. Сейчас как раз у нас предстарт такой немножко затяжной, но есть возможность как раз всем предоставить вот такую возможность. Поэтому всем своим друзьям, знакомым на земле и так далее, и так далее. Сумма 1 доллар в месяц это позволит себе абсолютно любой пенсионер, абсолютно любой. Здесь можно начать очень серьезный бизнес с 1 доллара. Так, по рефералам пробежались, да, теперь активность. Тоже возникает много вопросов. Так, дублеров сначала скажу. Про аккаунты я уже сказал. То, что мы сейчас регистрируем до старта, это ваши аккаунты. Не путайте, это ваши аккаунты. Можно делать сколько угодно. Да, но опять же, рассчитывайте на свои финансовые возможности. Затем, если вы захотите сделать себе, продублировать себя, скажем так, уже можно будет сделать после старта дублеров, то есть увеличить еще количество своих мест в очереди. То есть заходите в свой аккаунт, нажимаете кнопочку дублера, и уже из этого кабинета, да, не надо будет делать новые аккаунты, а в этом кабинете будете делать дублеров. И эти дублеры, они точно так же пойдут в очередь, и точно так же будут вам приносить деньги. Но дублеры не являются вашими рефералами. Они будут отображаться у вас в кабинете, вся информация будет в кабинете. То есть, допустим, у вас один кабинет, аккаунт, да, и в нем вы сделали 10 дублеров. И, соответственно, вся информация будет отображаться в этом кабинете, и все деньги с этих 10 дублеров будут, соответственно, копиться на балансе этого аккаунта. В день можно создавать не более 10 дублеров. Но опять же, рассчитывайте свои финансовые возможности. Почему? Потому что каждые сутки, повторюсь, каждые сутки, здесь есть абонентская плата, чтобы вам так понятнее было, да? Абонентская плата за каждое ваше место, за каждое место, будь то дублер, будь то аккаунт, 3 цента в сутки. Если у вас один аккаунт, да, то вы платите 3 цента в сутки. И вам 1 доллара хватит на месяц. Если у вас 10, то вам, соответственно, нужно платить уже 10 долларов в месяц. Если 100, то вам нужно будет платить уже 100 долларов в месяц. Поэтому делайте сколько угодно, но рассчитывайте на свои финансовые возможности. Итак, каждые 24 часа автоматически, без вашего участия, неважно где вы находитесь, автоматически будет списываться 3 цента на генерацию роботов. Эти роботы пойдут в конец очереди и будут нас двигать, как только что я показывал по схеме, да, движения в очереди. Как только заходят в конец очереди, происходит движение. Соответственно, каждому по 3. Допустим, 10 тысяч человек, да, вернее, участников, 10 тысяч участников, включая аккаунты и включая дублеров. Каждые сутки в конец очереди будет заходить 30 тысяч роботов. Если 50 тысяч участников, да, это включая все аккаунты и все дублеры, то каждые сутки будет заходить уже 150 тысяч роботов. Соответственно, движение будет быстрее, и вы будете быстрее выходить на выплаты. Если будет 100 тысяч участников, то каждые сутки будет заходить 300 тысяч роботов. Каждые сутки. Сегодня 300, завтра 300 и так далее. Если нас будет миллион, а это очень легко
это включая всех наших дублеров, всех наших аккаунтов, то каждые сутки будет заходить 3 миллиона роботов. Соответственно, если будет заходить 30 тысяч роботов и 3 миллиона роботов, естественно, во втором случае скорость будет намного быстрее. Поэтому здесь нет никаких временных рамок. Спрашивают, когда я выйду на выплату, да? Вот я вложу 1 доллар, что я получу через месяц? Не знаю, что вы получите через месяц. Я не ясновидящий, я не знаю, где вы будете через месяц, на каком будете уровне. Никто этого не знает. Вы можете выйти на выплату через час, а можете через месяц. То есть мы сами себе делаем скорость. Создавая дополнительные аккаунты, создавая дополнительные дублеры, приглашая людей, мы таким образом увеличиваем количество роботов и таким образом увеличиваем скорость движения. Все зависит только от нас самих. Мы можем сделать реактивную скорость, просто реактивную. То есть вы будете очень-очень быстро выходить на выплату. Все зависит только от нас. Повторюсь, здесь очень доступно для каждого абсолютно. То есть, если у человека, допустим, пенсионер, да, нету денег вообще, ну, понятно, пенсии там дали, да, то есть 1 доллар доступно абсолютно для всех. То есть человек может зайти с 1 доллара, 1 доллара ему хватит на месяц, пригласить, допустим, 10 таких же человек, как он, по 1 доллару, и будет еще и реферальные получать. И постепенно сможет потом уже дополнительно делать себе еще дублеров. И когда вы начнете получать деньги на баланс, то, соответственно, можете ими уже распоряжаться. Часть, допустим, оставите на активность, да, потому что это обязаловка. То есть вы должны будете платить какую-то определенную сумму, да. Часть, допустим, можете сделать на там количество дублеров себе увеличить, там, да. Или там в другой кабинет перекинуть. А часть можно выводить. То есть все очень просто. У вас на аккаунте, на вашем балансе, да, будут скапливаться все деньги. И то, что при движении по уровням, и то, что вы будете получать за своих рефералов. Они все будут скапливаться, и вы там будете сами уже им распоряжаться. То есть для того, чтобы начать двигаться, что нужно сделать? Встать в очередь, нажать кнопку «Старт». Теперь, значит, что произойдет, если у вас денег на балансе нет? Вот вы стоите в очереди, да, денег на балансе нет, кончились. Или вам мало завели, много дублеров сделали и так далее, да, не рассчитали силы. Из очереди вас никто удалять не будет. Из очереди никто удалять не будет. Ваш аккаунт просто будет зафиксирован на месте, скажем так. Вы двигаться не будете. А те, кто шли за вами, они вас будут обгонять. Поэтому здесь очень простое правило. Первое, значит, нужно встать в очередь, да, нажать кнопочку «Старт» и смотреть за своим балансом. Вот и все. Если деньги на балансе есть, вы двигаетесь. Денег на балансе нет, не двигаетесь. Все деньги получаете на баланс, дальше ими распоряжайтесь. Никаких условий для вывода здесь нет. Итак, я еще раз кратенько все рассказал, суть, да. Теперь давайте, новички, слушаю ваши вопросы. Прежде всего, новички. Так, Анна спрашивает. Структуру все будет уже видно. Анна, не знаю, будет по второго, будет видно или на старте будет видно. Увидим, как в кабинетах будет. И она будет отображаться, ваша структура, в виде дерева. То есть нажимаете на рефералы первого уровня и, соответственно, увидите второго уровня и так далее. И еще раз повторюсь, у кого будет много рефералов, да, первого, второго, третьего уровня, тот будет получать больше и чаще, чем при движении по уровням. Поэтому не пренебрегайте. Но опять же, никакой обязаловки в приглашениях нет абсолютно. Вы можете вообще никого не приглашать, и вы точно так же будете двигаться. Точно так же за вами будут заходить десятки и сотни тысяч роботов, которые через 2 часа будут сгорать. То есть функция роботов только двигать нас, больше ничего. Они не оставляют хвост, им не нужно платить. И еще, они отрабатывают дважды. Те, кто зашли за роботами, после того, как роботы сгорят, точно так же продвигаются очень быстро вперед. И так происходит каждые сутки. Основная масса роботов, естественно, будет в то время, когда все стартовали. Ну и в течение дня тоже, потому что люди будут заходить потом и утром, и днем, и вечером. И здесь никогда не поздно зайти. Здесь такого нету, что вот я там в мае не зашел, в июле уже поздно. Ни в коем случае. Хоть в сентябре можете заходить. Ну, там ваши приглашенные, допустим, да, кто узнает, к примеру, там, хоть через год, хоть когда. Точно так же он будет двигаться, точно так же будут роботы.
только их еще больше будет. То есть скорость здесь будет увеличиваться постоянно. Но те, кто, естественно, зайдут в день старта, они просто раньше выйдут на более высокие выплаты, вот и все. А те, кто зайдут, допустим, через полгода, они точно так же будут двигаться, даже быстрее будут двигаться, чем вы. Но, соответственно, вы будете уже впереди, скажем так. И вот как раз вот эта оплата, 3 цента в сутки, да, она является гарантией нашего постоянного движения. Здесь никогда не будет остановки. Как в других живых очередях, да? Так, новички, пожалуйста, вопросы, жду ваши вопросы. Специально здесь собираемся конкретно для новичков. Кому что непонятно. По платежным системам, по маркетингу. Так, кто еще не добавился в чаты, обязательно добавляйте. Вся информация будет в чатах. Так, сейчас я скину информацию по чатам. Есть чат ВКонтакте, есть Skype-чат и есть чат PR микросистемы. Это где можно поработать с командой для рекламы. Новички, не вижу ваших вопросов. Так, кому все понятно, поставьте, пожалуйста, единичку. Кнопка «Старт» появится в разделе «Кабинете» вашем. Так, Алекс поставил единичку, значит, ему все понятно, да? Это хорошо. Так, кому непонятно, не стесняйтесь, поставьте, пожалуйста, двоечки. Только напишите, пожалуйста, конкретный вопрос. Но не как вчера, что мне ничего не понятно. Как отвечать на такой вопрос, я не знаю. Что мне ничего не понятно. Новички, в первую очередь, поставьте, пожалуйста, двоечки. Так, раз двоечек не вижу, значит, думаю, всем понятно, да? Нет, новички есть, просто уже более-менее, думаю, понятно. Тем более, многие из вас уже по разным проектам полазили, скажем так, да, грубо говоря, и в том числе и живые очереди. Суть представляете, но здесь вот именно что, наша вот эти вот активность, да, то, что списывается, оно заменяет нам приглашение. Вот Виталия Федосеева списалась 3 цента, да, а он вот именно на пляже лежит. Или на даче. Вообще даже не в интернете. И он уже неделю в интернет не заходил. А с него каждые сутки списываются 3 цента. Это равносильно тому, что он каждые сутки приглашает по 3 человека. То есть в системе без разницы, роботы это или люди, живые, да, участники. То есть они все идут в конец очереди и происходит движение. Причем, повторюсь, роботы через 2 часа сгорят. Они не оставляют хвост. Им не нужно платить, как в некоторых сейчас проектах, да, делают кучу матриц. Миллион матриц понаделают, но эти же матрицы тоже надо закрывать. У роботов единственная задача только нас толкнуть. И они нам не принадлежат. Ваши дублеры вам принадлежат, они точно так же пойдут и будут вам приносить деньги. А роботы нам не принадлежат. Так, теперь еще раз по пополнению кабинета. Я уже сказал, что нужно пополнять кабинет с учетом желаемого количества дублеров. Объясняю еще раз. Значит, если у вас, к примеру, один аккаунт, и вы не планируете делать никаких там дублеров, вы завели 1 доллар, вам этого доллара хватит на 1 месяц. Вы завели 5 долларов, вам этого хватит на 5 месяцев. Если вы завели 10 долларов, да, и у вас всего один аккаунт, и у вас там нет дублеров, то вам этого хватит на 10 месяцев движения. То есть 10 месяцев вы на автомате будете двигаться. Если вы в этом же кабинете завели 1 доллар, а сделали, допустим, в этом кабинете еще себе дублера, у вас уже, соответственно, 2 места, да, ваш основной аккаунт и 1 дублер.
у вас в очереди пойдет уже два места, а у вас на балансе всего один доллар, то вам этого доллара на месяц не хватит, вам хватит всего на полмесяца. А если вы сделали себе 10 дублеров, и у вас один аккаунт, да, и у вас всего один доллар на балансе, то вам этого хватит, грубо говоря, на два дня. То есть, поэтому рассчитывайте свои финансовые возможности. Если у вас нет возможности сейчас сразу делать там 50-100 мест, пожалуйста, не делайте. Можете сделать себе несколько аккаунтов, потом постепенно-постепенно расширяться, делать себе новые аккаунты, получать реферальные, добавлять себе еще аккаунты, добавлять дублеров, приглашать людей. То есть здесь нет ни одной причины, чтобы не зайти. Какая может быть причина, чтобы сюда не зайти? Нет такой причины. Вход очень всем доступный. $1 в месяц любой силе. У нас $1 это пакет молока и полбуханки хлеба. Но это абсолютно любой, даже любой пенсионер осилит. Даже, думаю, $5 в месяц осилит любой. $10, конечно, может уже многовато, да, для кого-то, но $5. Пожалуйста, то есть можно зайти на $5 и приглашать людей, пожалуйста. За счет реферальных получать очень хорошее вознаграждение, плюс, соответственно, увеличивать свой доход путем добавления себе дублеров и так далее. То есть каждый месяц можно будет себе добавлять там дублеров, да, или как хотите, там каждую неделю, как хотите, да, то есть увеличивая таким образом себе доход, плюс, когда вы делаете дублера, он идет в конец очереди, двигает, естественно, очередь, плюс каждые сутки он генерирует 3 робота. Соответственно, таким образом вы помогаете и себе, и всей команде. То есть здесь у нас общая живая очередь, общая. И здесь благодаря роботам, да, вчера в чате уже заметили, что нету последних, нету. Те, кто зашли последними, скажем так, за ними пойдут роботы. Пойдут еще участники, здесь нет последних. Но те, кто зашли раньше, естественно, это очередь. Дублеры зарабатывают деньги, реферальные с них тоже идут спонсору. Алекс, дублеры это ваши места, но они не являются вашими рефералами. За дублеров вы реферальные получать не будете. Если вы сделаете себе аккаунты сейчас вот до старта, с них будете получать реферальную. А дублеры, которые будете делать после старта уже в своих аккаунтах, не являются вашими рефералами. С них реферальные не идут. Вы получаете реферальные только со своих аккаунтов. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Здесь все очень просто, очень простые действия. Нажали кнопку, встали в очередь, пополнили баланс. Все. Дублеры не являются ничьими рефералами. Никто с них ничего не получает. Они не являются рефералами. Это просто ваши места. Они не регистрируются по реферальной ссылке. У них нет кабинетов. У них нет реферальной ссылки. А аккаунты, которые вы сейчас делаете до старта, у них есть у каждого реферальная ссылка. И они регистрируются по вашей реферальной ссылке. А дублеров вы будете делать уже в своем кабинете. Они не являются ничьими рефералами, никто за них реферальные не получает. Так, Людмила, сейчас, наверное, уже у всех HTTPS должно быть прописано. Сначала, когда у нас был предстарт, с самого начала, когда запустили, был HTTP. Потом поставили защиту, сейчас HTTPS идет. Можете S добавить. В принципе, она так и так должна проходить. Добавьте просто свою реферальную как его, ссылочку S и все. S это значит, что сайт защищен. SSL сертификат. Значит, сайт у нас на русском языке. До старта переводить пока не получится. Пользуйтесь и вашей... Скажем так, иностранные партнеры могут пользоваться Google переводчиком. Также у меня сделано видео на английском языке. Непрофессионально, но, скажем так, суть понятная, я думаю.
тоже можете давать. И значит, после старта сайт будет также переведен на английский язык и, возможно, еще на какие-нибудь языки будет переведен. Это сейчас не главное. В принципе, сейчас, нажав кнопочку там, да, в Google переводчик, суть можно понять. Так что приглашайте иностранных партнеров, не стесняйтесь, можно будет. И плюс, значит, то, что, допустим, там в том же самом США, да, нету Perfect Money и Pyra. У нас как раз и сделаны криптовалюты, биткоин и эфир, пожалуйста. Можешь хоть китайцев приглашать, без разницы, есть биткоин, эфир, они могут биткоином оплачивать. То есть, где нету, допустим, платежной системы Pyra и Perfect Money, есть у нас криптовалюта. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Новички, прежде всего, новички. У кого еще вопросы есть? Так, по рекламной площадке всем понятно? Повторюсь, вы получаете рекламные кредиты и на них будете ставить свою рекламу. Какие баннеры будут, вы увидите после старта, да, то есть они появятся на главной странице и при заходе в кабинет. Также, значит, я, естественно, буду ставить свою рекламу и обязательно сниму видеоинструкцию, да, как поставить. Это, если мало ли кто не знает, в принципе, там ничего сложного. Заполняем две строчки. Это ваша ссылочка на сайт, который вы рекламируете, и, значит, URL картинки баннера, да, который вы ставите. Точно так же будут инструкции по всем остальным моментам, да, как пополнять баланс, как стартовать и так далее. Значит, по старту еще вот такой момент. Если у вас сейчас много аккаунтов, то рекомендация и моя, и админа, да, значит, сначала заведите в очередь все свои аккаунты, то есть зашли в один аккаунт, стартовали. И опять же, после старта, когда нажмете кнопочку «Старт», не обновляйте 100 раз страницу. Все будете вставать в очередь через определенный механизм, чтобы не было зависания, да. То есть немножко, значит, можно там чуть-чуть там подождать, грубо говоря, да? То есть ваш аккаунт стал в очередь, все. Пошли, значит, соответственно, в следующий аккаунт. Точно так же там стартовали. Пошли в следующий аккаунт, там стартовали. Пошли в следующий аккаунт, там стартовали. Пошли в следующий аккаунт, там стартовали. То есть суть здесь понятна, да? Сначала стартуйте во всех аккаунтах, которые вы делаете именно сейчас, до старта. А потом... Когда вы их уже поставили в очередь, когда они уже пошли в очереди, они уже являются вашими рефералами. Уже после этого в них начинаете делать дублеров. И когда инструкцию будем делать, я об этом тоже, естественно, буду говорить. Надеюсь, понятно, да, почему надо сначала поставить все свои аккаунты. Потому что они будут вашими рефералами. А потом уже в них делайте себе дублеров. Так, с какого возраста? 18 лет. Вообще все денежные проекты с 18 лет. Так, урок по баннерам. Алексей, там ничего сложного нету. Заходите поставить, потом посмотрите ролик и сами посмотрите там. То есть всем объясним, покажем, не переживайте. Самое главное, что вы поняли суть, что у нас это рекламная баннерная площадка. И возможность неограниченного дохода. То есть он здесь не ограничен ничем. Вы получаете при движении по уровням, да, очень серьезные деньги. Плюс, если у вас много аккаунтов, вы получаете аккаунтов и дублеров, получаете в таком же количестве, да. Если у вас, допустим, 10 аккаунтов, и каждый из них получит всего лишь по 10 долларов, да, всего лишь по 10 долларов, вот там уже 100. А если каждый по 1000 получит, вот смотрите сами.
Админ сказал с 18 лет. Все денежные проекты вообще идут с 18 лет. Вы можете зарегистрировать, но как бы за них потом работать, скажем так. Регистрация пройдет, в регистрации не спрашивают, сколько лет. Так, еще, пожалуйста, вопросы. По платежным системам все понятно? Кошелек указывать будем при выводе. Куда укажете, туда и будем выводить. Поэтому сейчас еще раз повторюсь, собираем всех своих рефералов. Не теряйте их, собирайте обязательно сейчас, чтобы они были постоянно на связи. Есть, значит, почты, есть скайпы. Заводите их в чаты. ВКонтакте в тот же самый чат, да, заводите. Если нету его, значит, в скайпе, к примеру, нет, да. Самое главное, чтобы человек получил информацию. Первое, да, что открылись кабинеты, пополнять баланс. Если он не может, помогите обязательно, помогите. Не бросайте своих рефералов, не будьте рифоводами, будьте спонсорами. Какая-то даже ответственность будет у вас за людей. Если пригласили, то помогайте. Значит, потом, соответственно, время старта то же самое. Помогите стартовать. А дальше потом уже человек увидит сам, как это все работает, и потом просто уже отвечать на вопросы. В принципе, все разберемся. Светлана, Payeer кошелек будет, а в нем уже хоть Kiwi, хоть Яндекс, все что угодно. Payeer кошелек. Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Эфир. Четыре платежные системы для ввода и вывода. Эти четыре платежные системы охватывают весь мир. Хоть США, хоть Китай, хоть Австралию, все что угодно можно охватить. Тем более во многих странах, в той же Японии, да, криптовалюта уже легализована. Так что там с этим еще проще. Значит, те, кто еще не добавился, добавляйтесь в чаты. Вся информация там. Собирайте всех своих рефералов. Готовимся, значит, на админскую конференцию. То же самое, приглашайте всех своих рефералов. Повторюсь, админские конференции у нас оплачиваемые, да, то есть проводится розыгрыш денежного приза. Ну и готовимся к старту. Почему на биткоин 10 долларов? Потому что это не Perfect Money и не Payeer. Огромные комиссии. И там может ручной перевод быть. И если там, допустим, Perfect Money и Payeer там секунды и деньги на кошельке, то там, соответственно, может уже долго-долго идти. И второй админ там заморачиваться за один доллар на такой системе не будет уже. То есть биткоин и эфир заводите сразу больше. Все деньги останутся на балансе, они никуда здесь не деваются, они полностью в сохранности. Все деньги, которые на балансе, они могут использоваться вами либо для активности, для оплаты активности, да, либо для генерации дублеров себе и так далее. Пожалуйста. Также будет внутренний перевод между кабинетами от 1 цента. То есть можно будет переводить между кабинетами. Так, еще вопросы? Так, ну раз вопросов нет, думаю, суть должна уже быть понятна. Уже проводим долго, больше 2 недель. Записей очень много уже, большинство, думаю, разобрались. Кто еще не разобрался, смотрите записи, потихоньку разбирайтесь, ничего сложного нет.
Самое главное, ничего себе не придумывайте. И повторюсь, здесь нет временных каких-то ограничений. Здесь нет такого, что завтра вы выйдете на такой-то уровень, послезавтра на такой-то. Скорость регулируем здесь мы сами. Все зависит только от нас, от нашей общей работы. Так, всем большое спасибо за внимание, всем с праздниками, с прошедшими, с наступающими и так далее, да. Все встречаемся в чатах, ждем информацию, готовимся и собираем своих рефералов, самое главное. Все будет отлично, всем счастья, здоровья, удачи и пока.